перекресток Карла Маркса и Масленникова – самый опасный участок в городе. К такому выводу пришли специалисты администрации Омска. Они составили перечень аварийности городских дорог за прошлый год. Это одно из первых поручений нового мэра Омска Сергея Шелеста. В список попал 61 аварийно-опасный участок. Больше всего ДТП в прошлом году случилось на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова. 10 аварий. Пострадали 36 человек. Одно из последних серьезных ДТП произошло и в этом году. Водителю пассажирской маршрутки стало плохо. Неуправляемый транспорт сначала протаранил несколько легковых автомобилей, а затем врезался в бетонное ограждение. Чудом все стали живы. На втором месте по количеству ДТП оказался перекресток Конева-3-Енисейская. За год здесь произошло 9 аварий, пострадали 11 человек. Столько же ДТП зафиксировано на перекрестке улиц Красный Путь и Интернациональная в районе кинотеатра Маяковский. Здесь травму получили 10 человек. Особо опасным специалисты назвали перекресток Красный Путь – Институтская у поворота к Аграрному университету. В 2021 году здесь погибло 3 человека. Это максимальный показатель смертности среди остальных опасных участков. Полученные данные – не просто информация к размышлению. Теперь чиновники должны придумать, как снизить аварийность на дорогах Омска. План нужно предоставить уже к 1 марта этого года. Таково распоряжение мэра.